Всем привет! С вами Хвостович Александр, ведущий проекта Хвостович Лайф. Сегодня произошло знаменательное событие. Великобритания вышла из Европейского Союза. И я хочу сказать пару вещей по этому поводу. Как вы знаете, я много пилю видео на экономические и политические темы. Можно сказать, я эксперт в этом вопросе. А мне кажется, что это начало. Значит, сначала выйдет Великобритания, потом подтянутся другие более развитые европейские страны, которые не хотят платить пошлину в Европейский Союз. И пока все основные страны будут выходить, возможно, туда пустят Украину. Вот, потому что появилось наконец-то место. Значит, и какая тенденция в итоге возникнет? Будут искать, естественно, европейские страны альтернативу. Мне кажется, хорошей альтернативой является таможенный союз и рубль как основная валюта для Европы. И все страны, которые выйдут из Евросоюза, начнут входить в страны союза с Россией. Безусловно, сильно укрепится рубль, будет очень мощный рубль. И в скором времени мы знаем, что доллар, как пустая бумажка, ничем не подкрепленная, он рухнет. И останется, по сути, всего две валюты в мире. Это российский рубль золотой. Ну и китайская хуньсунь или как там йень, ну неважно, но это не очень долго продлится, потому что рубль скоро будет и в Китае. Вот такой вот звоночек для Европы, для стран Европейского Союза и, естественно, хороший шанс для России наверстать, скажем так, потерянные позиции. Все, всем спасибо и пока.